А я испытывала радость и счастье. А я это очень недолго ждал, и когда произошло, мне прям было счастье невыносимое. Кумир Даниила – Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу и один из самых результативных игроков питерского «Зенита». Мечтой Даниила была футболка от известного футболиста. Исполнить мечту, как и желание других детей, помог проект «Особенный фан-клуб». Анна Серова, его организатор, рассказывает, изначально было желание просто приобщить ребятишек с ограниченными возможностями здоровья к спорту. Хотелось еще больше их привлечь в данной индустрии. Вот. И мы начали узнавать, есть ли какие-то у них желания, мечты, и поняли, что действительно они являются большими поклонниками тех или иных спортсменов. Созданный фан-клуб, говорит Анна, не нуждается в помощи государства. Основную и самую сложную часть работы, а именно достучаться до знаменитостей, делают простые и небезразличные люди. И главное оружие – интернет и соцсети. Мы записали 6 видео обращений к Александру Овечкину, Артему Дзюбе, Дине Рине Аверину, Денису Лебедеву, Люсяну Тяшевой и Криштиану Роналду. Обратную реакцию удалось получить от всех, кроме Роналда, но Анна надеется, что они все же смогут достучаться и до португальского футболиста. Остальные спортсмены прислали своим маленьким поклонникам подарки и памятные письма. Итак, барабанная дробь, мячик от Диды и Арины Аверины, ура! Да. Да, подписаны, смотри. Да, конечно, да, они же тебе там на видео говорили о том, что они тебе Варваре, Арины и Дины Аверины. Анна рассказывает, доставка подарков стала настоящим квестом. Чтобы исполнить мечты маленьких любителей спорта, организаторам пришлось задействовать не только почтовые компании, но и своих друзей из разных городов и даже стран. Если подобные алтайскому фан-клубу появятся в других регионах России, исполнять мечты особенных деток будет проще. Ну а задача на ближайшее время – связаться с кумирами еще одной группы юных фанатов, ведь они тоже ждут исполнения своих желаний. Татьяна Голубева, Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.